Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. У микрофона я Твист. И да, черт побери, это Майнкрафт. Я, так сказать, вернулся в Майн, но вернулся не в качестве редстоунера, а в качестве летсплейщика. Это будет такой летсплей, где я буду изучать мод под названием Таункрафт и все аддоны к этому моду. На этой сборочке два основных мода. Это Таункрафт, Таунтинкер и Applied in Injustice. Также сборочка будет обновляться, то есть вы можете писать в комментариях свои моды, какие сюда добавить. Я хотел добавить сюда Buildcraft и Industrialcraft, но как-то не очень я хочу его добавлять, потому что, сейчас объясню почему. Потому что Industrialcraft и Buildcraft, моды Industrialcraft и Buildcraft, они, ну, не очень подошли бы для данной сборочки. Это сборочка магическая в основном, поэтому я решил не добавлять моды эти, потому что это как-то было бы не очень интересно. Ну, что там, сделал огромную шахту, сделал энергию и все, и ты уже король. Нет, а здесь мы будем потихоньку все изучать и так далее. Также, если этот ролик наберет много лайков, то следующий ролик будет с веб-камерой. Так что давайте, ребят, старайтесь. И тут какая-то большая хрень. Давайте к ней подойдем поближе. Посмотрим, что это такое. Заспаунился я, кстати, вот в таком вот биомчике. Там вот зомби где-то лазят неподалеку. Нам надо сейчас поискать местечко для нашего домика. И начать уже как бы немножечко строиться. Так, что это у нас за хрень такая? Кстати, да, ребят, те, кто следит за моим каналом, те, скорее всего, заметили то, что я поменял скин. Связано это с тем, что тот скин был скином, когда я был редстоунером. Да, для тех, кто не знает, я раньше был редстоунером, можете посмотреть даже видео на моем канале. Вот, а этот скин уже будет более-менее для летсплеев. Так, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы заспавнились прямо рядом с зараженным биомом. Это не есть хорошо. Поэтому мы идем куда-нибудь в ту сторону, наверное. И давайте сразу себе сделаем, наверное, добудем дерево. И сделаем себе верстак. Ну и хотя бы какие-нибудь начальные предметы. Желательно меч и там кирку, я не знаю, что-нибудь такое. Чтобы подобывать кожу, потому что кожа нам надо будет очень сильно. Так, добываем. Все. Я думаю, этого нам будет достаточно. Переделаем досточки, делаем верстачок, делаем палки. И делаем вот такой вот себе деревянный меч. И также делаем деревянную кирку. Я думаю, этого будет достаточно. В принципе, можно еще сделать деревянный меч, но я этого делать не хочу. Так, давайте сломаем наш верстак. Ну и давайте поубиваем пару коров, заодно нам будет еда и кожа. Так, еда и две кожи, отлично. Уже 5 кожи у нас есть, это очень хорошо. Ну что ж, давайте, я думаю, этого пока что хватит на первое время, поэтому давайте мы отправимся вот туда, куда-нибудь в ту сторону. Надеюсь, там будет какая-нибудь деревня. Потому что там и в деревнях, для тех, кто не знал, есть церквушки, а в церквушках есть всякие штуки для мода Таункрафт. Вон я вижу уже тотемчик из мода Таункрафт, который мы будем изучать. Так, давайте... Ой, что-то я куда-то не туда приземлился. Так, давайте сломаем здесь землю. Во, все, отлично. Также здесь есть стоит мод Optifine. Я поставил, также есть мод Smart Moving, мод на печки, мод какой-то там еще, я не помню. В общем, здесь модов 30 штук, по-моему, 31 или... Да, 31 мод здесь. Вот, и у меня на заднем фоне гавкает собака, надеюсь, этого на записи не будет слышно. Ну, скорее всего, этого слышно не будет, потому что я это при видеомонтаже постараюсь заглушить. Так, вот я еще вижу коровок, но нам нужны не коровки, нам нужны овцы, чтобы... Вот, а вот и овцы, отлично. Вот прям как бог послал. Давайте так, овечка раз, овечка два и овечка три. Сейчас мы пособираем немножко ресурсов и... Так, овечка три, вон я уже вижу тотемчик
с каким-нибудь узлом ауры. Я не знаю, что это за узел, поэтому я сделаю вот так. Поставлю waypoint и назову его единичка. Пускай это будет. Здесь такой waypoint стоит. Пауки, умрите. Ой-ой-ой. Хардкорно и сильно я эту сборку делать не хотел, потому что здесь и так хватает всего. Так, скелетик. Умри. Умри, падла. Так, умри. Умри. Все. Значит, хардкорную я эту сборку делать не хотел, потому что здесь и так модов хватает. Она и так более-менее интересна, эта сборка. Поэтому... Еще раз, если вам понравилось, то ставьте лайки. Также я буду стараться больше монтировать свои летсплеи, то есть там вырезать всякие паузы, вырезать все вот это вот. Так что ставьте лайки, потому что я буду очень... не буду так, как раньше, на бум все делать, а буду все делать с монтажом, и все будет красиво. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Давайте отправимся в ту сторону. Тут за мной уже пауки охотятся, поэтому... Да как-нибудь побыстрее отсюда валить. И я вообще хочу найти какой-нибудь остров. Потому что, как известно, если есть заражение, оно, по-моему, через воду не передается. Насколько я знаю, заражение. То есть по воде оно не проходит. Особенно если там море большое и остров. Мы на острове, и оно не передается через море. Так, здесь я вижу лаву. Что сказал, я сам не знаю. Поэтому, извиняюсь, если я буду жестко тупить. Вот, так, давайте, вот уже более-менее равнина есть. Я надеюсь, что я найду хоть какой-нибудь остров. Вон, я уже вижу острова. Это хорошо. Это есть хорошо, поэтому... Так, вот тут опять коровки у нас. Так, там у нас вроде ничего такого нету. И давайте... Ух ты, какая... Вау, 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 вау. Стоп, 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 стоп. А это что у нас такое? Это у нас, походу, огромный каньон. Да, это у нас огромный каньон. Поэтому я здесь возьму, ставлю waypoint с названием... давайте какое-нибудь название. Шахта назовем, допустим. Шахта. Вот так. И желательно нам построиться... Желательно нам найти остров недалеко от этого каньона, чтобы, ну, далеко не бегать. Я знаю, что в этом моде, в моде Voxel Minimap есть телепортация, но я ей пользоваться не буду, потому что это как-то, ну, как-то читерно, что ли. Поэтому я не хочу пользоваться телепортацией. Я лучше буду вот так вот перебегать. Так, куча пауков. Надеюсь, они меня не догонят. Да, скорее всего, не догонят. Я быстрее них. Так, окей. Что у нас здесь есть? Я уже сколько пробежал, и я не нашел ни одного острова. Надо как-то... Вон, я еще вижу один метеор. Это я не туда ли я вернулся? И, кстати, вот что это такое? Это, по-моему, с модой Platinum Joystick. Потому что, ну да, скорее всего, это из Platinum Joystick. Так, умри, скелет. Ой, умри. И умри. Вот так. У нас есть лук, у нас есть две стрелы. Отлично. Живем, жируем. Так. Здесь у нас узел ауры. Я не знаю пока что, что в этом узле. Потому что у меня нету талмонометра. Если так это называется, я точно не помню. Но я думаю, в скором времени мы это исправим. Пока что мы будем так скитаться по миру. Я вам буду рассказывать всякие... новости. Для тех, кто, кстати, не в курсе, не, скорее всего, уже все в курсе, то, что вышел Minecraft Story Mod, я по нему тоже запишу прохождение, может, даже уже записал, и первое выложу прохождение Story Mod. Скорее всего, так и будет. Первый выйдет Story Mod, а второе выйдет уже ЛП по майну. Надеюсь, что вам оно понравится, данный летсплей. Я надеюсь, очень надеюсь. Все-таки TimeCraft мод очень интересный, и у меня мало жизней. Надо поесть. Надеюсь, голод нам не дадут. Окей. Я уже какой-то зимний биом забрел. Где бы мне так вот начать развиваться? Ну, шахта в 300 метрах от нас. Я не знаю, может, я в крайних случаях буду туда ходить.
потому что я не хочу как-то 300 метров бегать. Да, кстати, здесь еще стоит мод на приручение собачек и на приручение драконов. То есть, точнее, не на приручение, ой-ой-ой. Не на приручение, а на выращивание драконов и приручение собачек. Так, зомби, зомбя, уйди, зомбя. Ты мне не нравишься. Так, давайте мы как-нибудь... Вот так вот так тут немножечко у меня подлагивает, потому что очень-очень много воды здесь. Так, там у нас скелет стреляет, но мы его пошлем куда подальше. По-моему, я нашел остров. Или это не остров? Нет, это не остров, увы. И вот что с теми рудами? Я не пойму. Как-то они прогружаются не очень хорошо, вон, смотрите. Либо это... Либо моды конфликтуют друг с другом, либо я... Хз, напишите в комментариях, если кто знает, что с этими рудами из мода Tomcraft. Там, по-моему, была кристалл земли, по-моему, Терры. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть... Ой, я упал немножко. Ой, паучок, уйди. Так, давайте убежим лучше подальше отсюда. Потому что я не хочу с ним сражаться, у меня нету все-таки ни оружия, ничего. Поэтому, ну его в баню. Так, зомби, уйди. Ты мне тоже не нравишься. Так, придется использовать вот это дерево. И я до сих пор не нашел ни одного острова. Вашу ж мать, где остров? Я не могу найти ни одного острова. Так, вон там я вижу то ли грибной биом, то ли чё, я не знаю. А нет, это не грибной биом, это лес какой-то, что ли. Ну да, это лес. Так, у нас уже наступает день, мы уже скитаемся здесь очень долго. Я вообще еще надеюсь на деревню. Какую-нибудь деревню, вон я нашел уже. Уже даже таум лес нашел. А острова не нашел, вообще шикарно. Так. Крипер, зомби, идите в баню. Так, у меня немножко провисание, потому что прогружается мир. Надеюсь, этого на записи видно не будет. 60 FPS, вроде все нормально. Так, я слышу паука. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сейчас опасно было, очень опасно было. Так, давайте восстановимся. Так, что-то небольшие пролагивания есть. Так, возьмем досточки и будем вот так вот забираться. Если вдруг чё, нам будет помогать наши досточки. А, ну где ж есть остров? Я хочу остров найти какой-нибудь. Мы сейчас назад вернемся к нашему этому. К нашему месту. Кстати, я себе выбил мозг зомби. Это очень полезная тема. Какой-то не очень нам... Как-то мы не очень зареспавнились. Так. А вон уже... Какая-то гора здесь. Давайте куда-нибудь туда, что ли, пойдем. Я надеюсь на остров. Ну или хотя бы на деревню. Пока что обоснуемся в деревне, если вдруг что. И пойдем. Вау, стоп, 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 стоп. Что это такое? Что это, мать так, его такое? Вон на карте видите, где куча зомби? Чуваки! Это багровые маги! Чуваки! У-у-у! Они встречаются очень-очень редко! Но их и убить, конечно, очень тяжело. Умри, умри, мразь! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой! Нет, я не умру, я не умру. Не-не-не-не-не-не-не. Они сейчас друг друга там перемочкарят. Нет, они друг друга не перемочкарят. Это багровые маги, они очень-очень редко попадаются. Их чтобы найти, это, я не знаю, это просто очень большое везение, что мы встретили именно этих багровых магов. И меня убили. Да. И я опять здесь. А, ладно. Так, там у нас зараженный биом. Чуваки, это просто... Я не знаю, это лайк за это. Это, блин, у меня просто слов нету. Мы встретили багровых магов. Я точно знаю, что это багровые маги, и их найти очень тяжело. Я сейчас же играю тоже на этой сборочке с модом Tomcraft. И мне вот как раз нужно найти этих багровых магов. Я уже перелазил
полмира и никак их не мог найти. А тут вот просто шел-шел и нашел. Алло, просто. Поэтому лайк за такую серию, то, что мы встретили багровых магов. Они там делают какой-то ритуал, их найти очень, очень и очень тяжело. Они появляются возле вот таких вот обелисков, и там, где они уже были, они ставят свои вымпелы. То есть там такие красные, типа, флаги, ну, как в этом, как в ванильном Майнкрафте, только они красненькие, там еще их эмблема нарисована. Так, давайте. Я не знаю, что мы будем делать теперь. Я предлагаю где-то вот обосноваться, ну, желательно недалеко, точнее, далеко от биома, который зараженный. Потому что, я так полагаю, заражение будет распространяться, и надо свои вещи бы забрать. Вот это вот сейчас беготня, это мне не очень нравится. Давайте я, наверное, поставлю на паузу, и как только я туда приду, я обязательно вернусь. Итак, я возле места, где я умер, и вон они там лазят до сих пор, эти багровые маги. Так, я лучше заберу вот это вот все с собой. Так, и давайте еще раз попробуем их вальнуть. Вот мне просто очень-очень интересно их вальнуть. Так, давайте мы поедим. И что из них вообще дропнется? Мне просто интересно. Я их встречаю впервые. Вон он один там лазит, я вижу уже. Вот давайте его одного мы и вальнем. Давай, умри. Так, из него дропнулась мне монетка. Насколько я знаю, из них еще дропается ихняя бронька. А вон они, вымпелы свои поставили. Вот, видите, вон он вымпел стоит. Вот такой вот вымпел, это означает, что они уже здесь были. Так, там 36... Можно вот того вот завальнуть. Надо сразу вальнуть магов. Ой-ой-ой. Сейчас они пускай там друг друга перевалят немножко, а там я уже подбегу и их добью. Так, давайте мы сделаем вот так вот. Оп. Ой-ой-ой. Бьют они довольно-таки неплохо. Хочу вам сказать. Давайте мы отсюда пока что уйдем, заберемся вот на вот эту горку. Они за мной гонятся. Блин. Ё-моё. Мне нужно поесть, чтобы отресетить себе жизни. Вон он. А, он лоу-хэповый. Ух ты. Что это из него? Void Seed. Что это такое? Блин, мне надо отрегенить хп. И давайте я сделаю вот так. Я их заскриню. И будет мне как этот. Вон, видите, они какой-то ритуал делают. Так. Это уже мне не нравится. Мне надо всех вальнуть этих магов. Я хочу ихнюю броню добыть. Так. Вот они. Надеюсь, они не уйдут отсюда, пока я не отрегенюсь. И вальну этих двух магов. Там их двое осталось, по-моему. Если я не ошибаюсь. Вон они, куча рыцарей стоит. Багряного или багрового ордена. Я не знаю, как читается правильно. Так. Вон они у тебя. Вот он, 36 хп. Вот у меня здесь очень жестко фпс просело. И они, вон они стоят. Вон он, им два мага эти. Остались. Ну, давайте попробуем. И валим отсюда. Валим. Так. Все за мной двинулись. Надо их как-то вальнуть. Вау. Вау. Нет. Я опять просрал свои вещи. Окей. Я опять ставлю на паузу и возвращаюсь к месту, где я умер. Итак, я уже вернулся. Сейчас я подбираю свои вещи. И мы еще раз попробуем их вальнуть. Ну, я думаю, это вряд ли у меня получится. Поэтому сейчас мы еще раз попробуем их вальнуть. Так.
Где-то здесь еще должны быть мои вещи. Ну, ладно. Так, делаем. Ай, у меня дерева нету. Ё-моё. Нужно дерево. Срочно нужно дерево. В агровой магии. Это ж вообще пипец. Так, давайте добудем срочно дерево. Так, вот так вот. Я думаю, столько хватит. Сделаем доски, сделаем палки. И сделаем себе быстренько меч. И давайте их пробуем опять сагрить на себя. Так, вот рыцари я вижу. Вот у того вот бы вальнуть. Так, давайте, давайте, давайте. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Так, 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 так. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, здесь, походу, узел ауры или что это, я не знаю. Так, где-то здесь рыцарь бродит. Но мне рыцарь не нужен. Мне нужен вот этот вот багровый хрен в капюшоне. О, отлично, есть древнее знание. С него. Вау, вау, вау. Так, 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 тихо, 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 отходим. Входим. Ну все, там, по идее, остались только рыцари. Я, походу, не подберу я свою, там, то, что мне выпало. С первого багрового мага. С них, походу, очень редко дропается ихняя броня. Давайте мы вот так вот еще раз здесь прочекаем все. Но факт то, что я встретил багровых магов, это просто... просто шикарно. Это просто за это лайк. Я знаю, я уже много раз говорю слово лайк, поэтому. Я не знаю, что я сейчас сказал. У меня просто сейчас слов нету, я встретил багровых магов, которых я искал очень давно. Очень долго, точнее. Ну и пока я шел, я нашел вот такой вот алтарик. Сейчас мы к нему отправимся, и я думаю, на этом я закончу нашу серию. Потому что уже как бы время, серия уже идет почти 30 минут. Ну, для вас может она идти минут 15, потому что я ее, может, там смонтирую так хорошо, повырезаю все паузы, и будет все, думаю, красиво. Сейчас мы отправимся вон к тому алтарю, ну, точнее, не алтарю, а там, ну, да, что-то вроде алтаря, короче. И там есть сундучок. Я его открою, я специально его не открывал, чтобы узнать, что там есть, именно с вами. Пока я тут бежал, я его нашел. Давайте мы отправимся сюда. И также у меня есть к вам просьба. Я буду, вот если наберет много лайков это видео, я буду снимать с вебкой. И еще есть такая вот просьба. Можно ли мне включить сохранение предметов в инвентаре? Вот, так что... Потому что, ну, сами видели, несколько раз мне за вещами приходилось бегать. Поэтому я не хочу терять вещи, поэтому я вас прошу включить... прошу включить гейммод... Ой, гейммод... Геймру. Так, это у нас Висп. Он пока что мне ничего не сделает. Давайте откроем. Раз, два и три. Оу, е, у нас есть железо. У нас есть таум ингот. Есть какой-то вистон. Есть кирка. И есть вот такое вот колечко. Насколько я знаю, это вот сюда у нас цепляется. Вот так и вот так. И теперь у нас данный амулет будет то ли... Ой, убирать один виз. То есть, вау, что он такой большой стал? Вау, 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 зомби. Что ты такой большой-то стал? Умри, умри, падла, умри, умри, умри. Я сказал умереть. Вот видите, с такого зомби злого падает со 100% шансом этот, как его, мозг зомби. Так, давайте на счет 3 откроем вот этот мешочек. Я знаю, тоже там с него что-то выпадает иногда. Давайте. И раз, и два, и три. Выпали нам монетки, золото и колечко. Вот колечко, вот это вот, очень полезное. Оно нам дает вот такой вот щит на один. То есть, если мы вот так вот упадем, у нас жизни не отнимутся, у нас отнимутся щит. То есть,
такой типа рунного щита. Так, и Ender Pearl, и так, опять зомби. Ну что ж, на этом, я думаю, я закончу данную серию. Получилась она... Не знаю, какая она получилась, решать вам. Здесь я просто скитался по миру, искал себе место для жилья. Но в следующей серии, я думаю, я найду уже местечко себе, где можно будет пожить. И уже с этого момента начнем. Я бесемок, скорее всего, найду. Но строить я начну уже вместе с вами. Так, у меня жизни мало, очень мало. И если мне сейчас встретит какой-нибудь крипер или зомби, мне будет жопа. Поэтому я вот заберусь вот сюда и закончу серию. Так, заберусь, я сказал, вот сюда и закончу серию. Так. Раз. Так. Раз. И раз. Все. Ну что ж, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, на мой Инстаграм, на мой Твиттер. Всем удачи и всем пока.